Все увидели, что наши российские врачи невероятные, профессиональные, человечнейшие человеки. Очень рады вас видеть. Да, мы рады видеть всех, кто сегодня другом, но соблюдая социальную дистанцию, да. Комитет Феста приветствует заместитель. В этот день мы не могли не сказать слова благодарности, огромное спасибо тем, кто в последние месяцы трудился, не покладая рук, демонстрируя свой профессионализм, и это не преувеличение, спасал наши жизни. Я говорю о вас, о медицинских сотрудниках и о волонтерах, которые вовремя пришли к вам на помощь. Спасибо вам большое. Дементьев-фест в память об Андрее Дмитриче. И я думала, что не удастся в этом году провести. Мы уже провели два таких вечера. Они совпадают с днем рождения Андрея Дмитриевича Дементьева и с днем рождения Дома поэзии, который здесь рядом находится. Как говорил поэт, кончаются сутки, кончается день, кончается все, не кончается жизнь. Дорогие врачи, медсестры, нянечки, вы настоящие герои, живущие среди нас. Вы жертвовали и жертвуете собой ради других. Спасибо огромное, что вы есть. Я хочу сказать огромное спасибо и тем, кто сидит в зале и кто не сидит в зале, кто в это сложное время смог набраться силы, мужества и пойти на борьбу с эпидемией. Вы все герои. Огромное вам спасибо. Я благодарю тех, кто организовал этот концерт. Будьте здоровы и счастливы, и не болейте. Самые злые на свете слова, я тебя не люблю. Самое страшное, если ложь права, а надежда равна нулю.